Доброго времени суток, дорогие гости! Меня зовут Артур, я новый шеф-повар ресторана Артхаб, и Артхаб будет работать. Приходите в гости с 3 июля, мы вас очень ждем. Итак, мы с командой поработали над меню, кое-что оставили, кое-что поменяли. То, что вы полюбили, мы оставили, доработали. Какие-то вещи у нас появились новые, допустим, как вегетарианское меню. У нас будет 4 позиции из вегетарианского меню. Будет супчик, равиоли с сыром и со шпинатом, с томатным бульоном. Будет спаржа и будет ризотто из полбы с летними яблоками, с фенхелем карамелизированным. Вот. Добавили, тоже поработали над основными блюдами. У нас будет лосось вместе с соусом на базе супа буйабес вместе с овощами. Будет атлантическая треска вместе с жареным в печи хоспер луком порей. Будет миндальный соус. Будет тоже, мы поработали над десертами. У нас добавились пару новых десертов. Это вот десерт со сгущенки вместе с сорбе с грейпфруктами. И банановое крем-брюле, которое будет подаваться вместе с сушеными бананами, с ягодками. А вот это что? Это у нас морской окунь, запеченный вместе с сыром пармезан и соусом бешамель, который мы варим вместе с костями из копченого окуня. То есть он насыщаем и потом мы зажариваем его горелкой. Вот. И приходите обязательно с детьми на тонкие блинчики. У нас будет разновидность тонких блинчиков, как и с мороженым, так же и с соусами. Будет апельсиновый соус, так что обязательно приходите, будем вам готовить на заказ. Какое самое блюдо из этого меню твое, вот самое любимое по изготовлению, и ты бы сам его ел бы и ел бы? Ну, наверное, лосось вместе с супом буйабес, с овощами.